Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним упражнение под номером 69. Прочитаем условия. Озаглавьте рассказ словами текста. Выпишите выделенные слова вместе с теми словами, к которым они относятся. Поставьте вопросы. Подчеркните выделенные слова. Это наречия, они не изменяются, то есть не склоняются и не спрягаются. Устно перескажите текст. Образец. Повернул куда? Назад. Чтобы озаглавить рассказ словами из текста, нужно его прочитать. Мы с сынишкой собрались в лес по грибы. И только свернули тропой с проселочной дороги, навстречу нам из лесу собака Клеопарда. Злющий чистый волк. Сынишка был впереди меня. Он хотел кинуться назад ко мне. Но я успел крикнуть ему: «Только не беги, иди, как шел!» Ускорив шаг, я поравнялся с сынишкой и взял его за руку. Ни ружья, ни палок у нас с собой не было. Одни пустые корзинки. Обороняться было нечем. А Клеопарда была уже в нескольких шагах от нас. Или мы ей дорогу должны были уступить, или она нам. Тропа была узкая, а по сторонам грязь. «Вперед без страха и сомнения!» – произнес я как можно веселее, крепко сжимая руку сынишки. Клеопарда остановилась и молча оскалила зубы. Миг был решительный. Я еще тверже шагнул. Раз, два, три. Свирепое животное вдруг прыгнуло в сторону и, увязая в глубокой грязи, прошло мимо нас стороной. «Видишь, а ты хотел бежать. Ух, страшно! А убегать еще страшнее!» Теперь озаглавим рассказ. Вперед без страха и сомнения. Вот какие слова вам нужно выписать. Был где? Впереди. Кинуться куда? Назад. Без страха и сомнения куда? Вперед. Сжимая как? Крепко. Шагнул как? Тверже. Прыгнула как? Вдруг. Убегать как? Страшнее. Вот и все. Спасибо за внимание.